по мне проехался. Офигеть. Смотри, офигеть! Это что такое вообще? Давай, давай, тебя надо столкнуть. Уходи. Блин, я просто под тобой, я тебя даже столкнуть не могу. Ты чё нарвал? Всем здорово, чуваки, с вами Джел, и сегодня со мной Топфликс. Мы находимся в GTA 5 онлайн с рубрикой «Битва воров». Всем привет, дорогие друзья. Сегодня мы собираемся проникнуть на военную базу и быстро за 3 минуты, чтобы нас не успели схватить, найти какие-нибудь крутые секретные военные машинки. Ну что, вы ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, а мы начинаем! Ну что, Топфликс, тогда залезай в наш броневичок, и как только мы сейчас запрыгнем на военную базу, пойдет секундомер, а то есть таймер. Ты готов? Да, я всегда готов. Ну все, там спереди трамплин, на котором можно будет нам залететь. Так, 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 залетаем. Да, главное залететь, перелететь и готов. Давай. Держись крепче. О, держусь. Воу, смотри, сальтуха какая. Нас вроде не заметили, кстати. Нас не заметили сейчас. Так что надо быстренько вообще парковаться и быстро, аккуратно нам искать. Так, раз, два, три, секундомер. Пошел, все. Ты куда, вылетел уже, выпрыгнул? Ну ты даешь, мы бы хотя бы припарковались бы где-нибудь. Воу, все. Я тоже выбегаю, так тихо, чуваки стоят. Все, мы тут это инспекция, так, проверяем вашу военную часть, и у нас уже 20 секунд почти прошло. Слушай, Топфликс, давай быстрее. Танк, я вижу танк, тихо. Главное, чтобы они на нас, слушай, покушение не устроили. Я тоже танк вижу, ё-моё. Да, а мы где-то в одном месте, кстати, бегаем. Так, давай, я надо перепрыгнуть через колючую проволоку. А, все ноги себе ободрал. Короче, давай, у нас бежим, и надо найти как можно круче машинки. Блин, я прям к военным забежал. Как мне выбраться, стоя за решеткой? Чуваки, выпустите заметили, меня, пожалуйста. Танки? Ты там... Да, слушай, да, ну, Топфликс, пожалуйста, давай танк сегодня не будем угонять. Окей. Угоним какую-то быстренькую машинку. Так, 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 а тем временем у нас уже 50 секунд. Танки-то есть. Танки? Ну да, я не знаю, как... Кстати, а где ты? Ты вообще сейчас в какой части военной базы? Я побежал, я уже пошел. Я возле истребителей, возле истребителей. Чего? Где? В домике, где они живут, чисто домики, в смысле, да. В казарме, что ли, какие-то забежал? Ну, да, 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 сюда. В этот так, ну я пока смотри, машин вообще не вижу. Ты там эти танки одни видишь. О, тихо, да. Я вижу грузовик военный, вижу один грузовик военный. Так, 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 истребитель, грузовик, еще один истребитель, еще один истребитель. О, истребитель тут возьму. Вообще все в истребителях. Вон там военный грузовик. Так, 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 так. У нас минута 25 секунд. Я нашел какой-то. Да, нет, нет, я не нашел. Еще это я его примечу только. Танк с гусеницей, но, блин, нашел. Он будет очень медленный. В смысле нашел? Я не знаю, я какой-то прикольный внедорожник, походу, нашел. А ты где вообще? О, тихо, тут в контейнере что-то стоит. Это что-то, это какая-то тачка. Блин, я не знаю, однако, ну, блин, ну такое, ладно. Короче, примечу ее, если что, по окончанию SSI-ца у меня 30 секунд, я пойду и буду брать ее. Это типа баги, что-то, не понимаю вообще. Ты, в принципе, уже все нашел, да? Да, я уже забрал, в принципе, они за забрал, а где ты? Ты меня видишь? Нет. Смотри, тут еще контейнер. Вау, 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 тут в контейнере что-то... это, если я не ошибаюсь, Делориан, стой. Это Делюкса, Делюкса. Хотя, я не знаю, может просто старая... Сейчас, пожалуйста, я сзади проверю, подожди. Нет, если Делориан, то... блин, подожди, я не знаю, надо... Нет, пока, сейчас. Да, у нас остается, стой, 40 секунд. Да, это Делориан, и тут я еще вижу, что-то стоит, подожди. Че, мне Делориан брать, как думаешь? Тачка с пулеметом есть еще. Может, джип с пулеметом взять? Не-не-не, Делориан круче. Не, Делориан, слушай, да, тогда я его давай угоняю. И пока на нас тут покушение не устроили, быренько сейчас смотаемся из военной базы и уже понаблюдаем. Что за тачки? Ну-ка, подожди, она там. Она не трансформируется. Это не Делориан. Шивка. А как, стой, как трансформироваться? На X, по-моему. О, да-да-да-да-да-да, все. Здорово. Это ты, что ли? Я испугался, да, думал, какой-то военный на меня едет. Все, погнали. Ты че вообще нашел? Да, все, Топфликс, все, погнали быстрее из военной базы и сматываемся отсюда. Топфликс, ты выехал из военной базы? А, вот да, я тебя вижу спереди, передо мной. Давай, давай, я за тобой. Давай налево сейчас, просто смотри, там военный. Тихо-тихо, да, давай, да, давай, быстрее проезжаем. О-о-о, ты че, меня я чуть-чуть не подрезал за давай него, вот короче. Сюда, куда-нибудь, вот. Куда, здесь. Куда, куда? Давай, давай, вот давай, давай, давай. Вот слушай, ну классные тачки, но у тебя я вообще не понимаю, что это такое. Это вообще, это ржавая какая-то машина. Ну смотри, у тебя мне нравится, знаешь, чем? То, что она большая, она облегченная, и мне кажется, она быстро будет ездить. У нее сиденье спортивное, руль спортивный.
И так что я думаю, ты ее по-спортивному сможешь прокачать. А я не знаю, я, ну, у меня летающая тачка, вот что можно сказать. Ну что, Тофикс, давай тогда полетим сейчас, знаешь куда? Полетим в прокачку, в Лос-Сантос Кастом, прокачаем, затюнингуем наши тачки, а дальше устроим состязания, соревнования на них. Привез к тебе, значит, в офис я вот этот Делориан, и вы только посмотрите, как он обалденно выглядит. Так, тут немного свет плохо на него падает, он какой-то серый был, сейчас какой-то он белый, бежевый. Так, давайте тогда прокачаем его по максимуму. Я хочу сегодня в гонке обогнать, обыграть Тофикса, но по вот битве на выживание, мне кажется, я просто проиграю. Так, давайте броню на максимум поставим как раз-таки. Тормоза гоночные, двигатель тоже на максимум и глушитель тоже, естественно, самый крутой. Хотя нет, мне 4 трубы выхлопные больше нравятся. Решетку радиатора давайте какую-нибудь классную выберем. Во-во-во, мне вот эта без значка нравится, черная сетка просто. И капот можно, в принципе, мозг карбоновый поставить, так как я редко ставлю карбон и для разновидности хоть как-то поставлю, ну, реально карбоновый капот. Тем более он и легче, я облегчу тачку получается. А вот подсветку я обязательно покрашу в красный цвет, потому что, знаете, такой буду лететь над городом, или оранжевый, красный, вот, красный. Буду лететь над городом и такой город подсвечивать буду. Ну ладно, это уже мои фантазии. Так, давайте покрасим ее в красный цвет. А, красный цвет не хочу, стойте. Давайте какой-нибудь классный цвет придумаем, и он будет, наверное, синим, либо каким-нибудь фиолетовым. Кстати, неплохо смотрится. Ну, сейчас я выберу и вам покажу. Кстати говоря, синий цвет довольно-таки неплохо смотрится на этой машинке, так что я его покупаю. Ультра-синий, перламутр. Ну-ка, какой можно перламутр сделать? Давайте какой-нибудь вот такой вот саксонский синий. What the fuck? Как это вообще прочитать? Дополнительный цвет сделаем такой же, потому что что, он отличаться будет, что ли? Нет. Пороги поставим самые крутые. Вот такие, кстати, синие, да. То что они черные стояли. И спойлер. Ну, спойлер поставлю я вот этот вот более такой спортивный, гоночный. Трансмиссию занизим. И главное, надо будет прокачать нам диски. Диски будут, мне кажется, спортивные. Да, я поставлю спортивные диски. А вот какие? Тут надо уже получше мне выбрать. Во-во-во, вот эти вот я поставлю. Они мне довольно-таки хорошо нравятся. И, кстати, цвет дисков уже стоит черный почему-то. Давайте его поменяем на, наверное... Давайте их покрасим в красный цвет. И все, вот так теперь выглядит наша тачка. Улучшение шин, пулестойкие, дым от покрышек красный. И все, в принципе, только осталось тонировку накинуть. И можно выезжать и смотреть, как прокачал свою развалюху ржавую Тофикс. Ну все, я тогда вылетаю и встречаюсь с ним. Встретился я с Тофиксом, и посмотрите, какая тачка у него получилась. У тебя была развалюха такая ржавая, и ты ее просто, мне кажется, баллончиком покрасил в желтый цвет. Видите, ржавчина даже осталась. Ну да-да-да, ржавчина осталась, ее вообще тебе не отмыли. У тебя колеса другие, слушай. Во-во-во, да, слушай, ну они получше смотрятся, такие более оффроудовские. Диски покрасил. Так, шины тоже, я вижу, заменил. А по мощности? По мощности что ты сделал? Все по максималочке, чисто двигатель и все. Да, ничего себе. Ну, слушай, нормально, нормально. Посмотри на мою тачку, сделал ее синий. Такой синий, красные диски, красная подсветка. И спойлер офигенный тоже. И салончик, мне салончик очень нравится. Смотри, какой классный, да? Белый, вообще топовый, да. Слушай, ну, о, да ладно, смотри, мне кажется, моя тачка даже у себя в этом, в кузове поместится. Давай попробуем. Ну-ка, я вообще взлечу так. Ну-ка, взлетай, тачка. Воп-воп-воп-воп. Так, я тут все сбиваю, столбы давай, все сбиваю. Аккуратненько. Так, а как, а как мне? А вот он ты. Все, 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 сейчас, сейчас, сейчас. И мы сейчас поедем с тобой устраивать драк рейсинг. Так, ай, всё. Стой, подожди, колеса давай. Не цепляются. Ой-ой-ой, давай, давай, всё, поехали, все, поехали. Я ручник зажал и погнали устраивать драк рейсинг. Ты меня довезешь сегодня. Ребят, мы приехали уже на полосу взлетную, так сказать, в аэропорт. И сейчас замерим, кто будет быстрее в драге. Я кидаю гранату вперед, Тофикс, давай. Так что следи, по взрывам мы стартанем. Ну-ка, ну-ка, раз, два, три, давай взрывайся быстрее. Фок, все, ничего себе, у тебя полный привод. У тебя она быстрая, слушай. Мне нравится твоя тачка, ты вообще улетел. Да-да-да-да-да. Офигеть, мне страшно с тобой будет состязаться. Даже если, мне кажется, колеса уберу, я все равно не догоню. Потому что, если я не ошибаюсь, без колес, да-да-да, без колес она медленнее едет, а с колесами быстрее. Или наоборот? Нет. Без колес быстрее. Без колес быстрее? Серьезно? Да. Ну тогда я без колес поеду, ладно. Ну давай еще раз тогда заезд сделаем, только я уже стартану без колес как раз таки. Давай. Давай, готов? Вставай пока давай. На стартовую линию. Так, 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 оп. Так. И сейчас проверим. Так, один балл, если что, получаешь ты уже. Окей, давай. Давай, раз. Стой, я колеса не могу бросить. Раз, два, три, погнали. Во-во-во, ну смотри, да-да. Да, во, все. Смотри, как я быстро стартанул. А вот без колес я тебя, кстати, выигрываю. Так что факт того, что я без колес, значит, я быстрее. Ну смотри, я тебя победю, я сейчас получаю еще один балл. Так как это второй раунд драга, если бы меня победил, ты бы, естественно, получил бы тоже один балл. И у нас уже ничья, а мы переходим к следующему испытанию, а следующий у нас будет гонка. Ну что, ребят, мы уже встали на стартовую линию, и сейчас у нас будет гонка. Мы стартуем от этой арены ВАР, и у нас финиш находится на стадионе. Короче,
ну там в театре, где-то там, короче. Давай, да. Топфикс, ты готов? Я считаю 3 секунды, и мы стартуем. Раз, два, три, погнали, все, я убираю колесики, потому что так будет быстрее. Да, у тебя полный привод, у тебя, конечно, тачка побыстрее. Я тоже так, слушай, я-то могу машины облетать немножко. Так что мне в этом-то, ой, в смысле по ним, нифига себе ты, опасный чувак, я вижу. Да ё-моё, тут все столбы сейчас уберу. Не, ну сама по себе Делориан, она машина не самая быстрая, она довольно-таки медленная. И мне кажется, ты сейчас получишь 1 балл как раз-таки за победу в гонке. Но я могу просто сейчас смухлевать и поехать вообще не по дороге, а в другом месте пролететь. Да-да-да-да-да. Ну смотри, ты уже на мост заезжаешь, я вижу, да? Да я уже проезжаю. Так. Ну осталось только по прямой, да. Гонка по прямой, ты, конечно, выигрываешь меня. Километр 500 мне осталось. Воу, аккуратно. В смысле километр 500? Мне километр 800. Так, ладно, я чуть правее тогда сверну и поеду. Так как говорю, поеду. Полечу, конечно. Ты там как у тебя дела, слушай? Ты тебя пропускают все по дороге? Да я проезжаю через них. Ой, у тебя вижу такой громила, он несется по городу, вообще жесть. Да. Все сбивает на своем пути. Да-да-да-да-да. Воу, нифига ты там подпрыгнул. Ну, ты чё за обезьяна такая? Да. Так, давай, смотри, там сейчас будет такой... Сокращать? Нет, нельзя, тебе нельзя, мне можно. Да ладно, шучу, конечно, можешь сокращать, если есть такая возможность. Ну, Топфикс, слушай, я уже прилетел на финиш. Так, в смысле тоже? Я уже все, вот на финише. Нет, я застрял. Ну все. Ой. Я врезался в этот, в какой-то столб, короче. Ну все, я побеждаю. Ну ладно. Так и быть, я отдаю балл тебе, так как ты все-таки быстрее. Хотя нет! Следующая будет у нас битва на выживание, точнее, кто с кого перетолкает воду. Так что я балл это себе заберу. 1 балл. Окей. И дальше мы переходим к следующему испытанию. А мы уже переместились на авианосец, и сейчас у нас будет испытание толкучка. Кто кого перетолкает, то в воду. Топфикс, ты готов? Я тебя выигрываю, да, сейчас. Да, раз, два, три, погнали! Воу, нифига ты у меня! Давай, я колеса выдал, ты меня сейчас, мне кажется, просто в воду перетолкаешь. Ты чё творишь? А я, кстати, в воду не смогу упасть, потому что я на таких вот колесиках. Во, смотри, ты просто по мне проехался, офигеть! Смотри, офигеть! Это чё такое вообще? Давай тебя надо столкнуть! Вот это да, лайк за трюки просто! Это было реально топово, на двух колесах боковых проехал. Так, а что ты по кругу катаешься? Давай лучше состязаться с... Какие ракеты? А ну, уходи. Блин, я просто под тобой, я тебя даже столкнуть не могу. Ты чё натворил? Ты взорвался. Ну все, 1 балл достается мне. И у меня уже 4-0 счет. А, подожди, не-не-не, у тебя 1 балл тоже есть. Ну что, мы переходим ко второму раунду. Топфикс, ты готов? Я готов тебя уничтожать. О, меня уничтожать. Ну давай, раз, два, три, погнали. А я уже стартую, я кстати. Окей. Ну-ка смотри, сейчас. Ну, оп, на тебе. Ну, а тебе. Нифига себе, я отлетел. Сейчас я тебя, смотри, подниму. Ой. Воу. Тихо, аккуратно. Где ты? А где ты? Стой, куда ты? Ты там летаешь. Ну я вот пониже, на тебе. О, давай. Что ты говоришь, стой. Ой, я чуть тебе, короче, в кузов не запрыгнул, прикинь. Так. Давай. Ну смотри, ты катаешься прям рядом. Оп, с этим, опасно, с краем. Да, очень опасно. Так. А ну иди сюда. Иди сюда. Я нормально тебя почти скинул. Ну ты что-то от меня убегаешь. Это кошки-мышки какие-то у нас уже. Я думал, у нас толкучка водная тут. Давай, иди сюда. Воу, нифига себе, вот это дрифт, ребят. Офигеть, слушай, классно получилось. Тихо, угу. Забор спас. Забор спас. Да ты что творишь? На, получай. Все, минус Топфикс. Короче, Топфикс, давай ты там этот, вызывай эвакуатор, вытаскивайся, а мы переходим к третьему решающему раунду. Капец, Топфикс мне всю машину уже расфигачил. Так, ну давай, ты уже все тут, давай, все. Раз, два, три, погнали. Воу, набираю скорость без сейчас колес. Сейчас наберешь скорость, улетишь отсюда. В смысле улечу? Я не улечу. Ну, тихо, да, стой, газ, нормально. Я... Слушай, но из-за что у меня тачка летает, видишь, то, что поэтому и можно нормально. Улетишь, короче, а вот как так. Это? А, смотри, всё. Оп. Да. А я-то по воде плавать умею. Ладно, засчитаю тебе 1 балл, но все равно. По общему количеству баллов победил я. Ну, ладно, победила дружба, Топфикс, так и уже быть. Ну а по окончанию видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. А если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Ребят, пишите комментарии, если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Как вы заметили, я усовершенствовал свои видео, перешел на новый уровень качества. Ребят, ставьте лайки, повторюсь еще раз, подписывайтесь на Топфикса, на меня. На Топфикса ссылка будет в описании. Также с вами были мы, Джел и Топфикс. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.